Школьная спартакиада «Олимпионик» 2018 продолжается в Люберцах. На этот раз прошли зональные соревнования по волейболу среди девушек. За выход в финал сыграли команды инженерной школы и гимназии номер 43. В соревнованиях участвуют девчонки с 8 по 10 класс. Две команды, матч ответственный. Каждая победа идет в зачет школы в рамках спартакиады «Олимпионик». В этом году это уже 53-я спартакиада в Люберцах. Мы призеры спартакиады, каждый почти практически. В данный момент, вот в этой спартакиаде, мы пока на третьем месте. Но у нас еще есть масса соревнований, где мы постараемся подтянуться. Перед соревнованием мы всегда усердно тренируемся. Нина Григорьевна запускает нас в зал. На переменах мы тоже всегда работаем. Команда у нас сложенная, в принципе. Играем всегда команда, никогда не ссоримся. Мы хотим взять, конечно, первое место, и мы будем стараться сделать все для этого. Финал соревнований по волейболу среди девушек состоится 5 апреля в ФОКе «Люберецкий». В нем сыграют женские команды из 2-й, 6-й и 47-й школ Люберец, а также 19-й школы поселка Томилино и Малаховской 52-й школы. Даниил Михайлов, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.